Привет, с вами Ольга, и сегодня предлагаю очень вкусный и красивый салат на быструю руку. Это когда не хочется готовить, а нужно поставить что-то на праздничный стол. Все купил, нарезал, и красивый салат готов. Начнем готовить! Все овощи хорошо моем. Нарезаем кружочками болгарский перец. Помидорчики разрезаем на 4 части. Сыр фета режем на маленькие кубики. Салат хорошо промываем, просушиваем и кладем на тарелку, в которой будем подавать салат наш. Сверху выкладываем помидорки. Распределяйте по всей тарелочке. Вот, берем наш морской коктейль. Масло, в котором оно продавалось, не выливайте, им будем заправлять. Упростим нашу работу. Сверху кладем морской коктейль. Раскладываем равномерно по всей тарелке. Еще сверху помидоры. Сыр. Поливаем той массой, в которой был морской коктейль. Сверху укладываем перец. И последний штрих украшаем цветочком. И наше вкусное и обалденно красивое блюдо готово за считанные минуты. Хороших вам праздников, отличного настроения. Если понравился рецепт, делитесь с друзьями. До новых встреч. Готовьте с любовью, живите вкусно.